Здравствуйте, меня зовут Игорь, и сегодня я расскажу вам о видах профилей торцевых головок. Чик, поехали! Напомню, что же такое торцевая головка? Это сменная рабочая насадка сборного слесарно-монтажного инструмента для соединения и рассоединения резьбовых соединений путем закручивания-раскручивания гаек, болтов и прочих крепежных изделий соответствующим типом головки. Головки выпускаются с несколькими рабочими профилями. Стандартный шестигранный, 12-гранный, торкс, звездообразный, профиль Е стандарта, шестигранным профилем Superlock или Surface, универсальные 12-гранные профили различного назначения. Ну что же, пройдемся по каждому из них. Шестигранный профиль – это стандартные головки, которые можно использовать только для работы с крепежными изделиями, имеющие шестигранные головки. Профиль обеспечивает наилучший охват крепежа, полную бережную передачу усилия на него. Однако позиционирование и использование такой головки затруднено в стесненных условиях. Для перестановки вратка или иного приспособления нужно провернуть инструмент хотя бы на 60 градусов. Проблему решает инструмент с трещоткой, либо использование 12-гранных головок. Это усовершенствованный профиль с 12-гранями. Его можно применять для работы с крепежом как с 6-гранными, так и с 12-гранными головками. Данный инструмент лучше подходит для работы в стесненных условиях, так как для его поворота и перестановки нужно отклонить вороток на 30 градусов. Однако 12-гранная головка обеспечивает меньшее пятно контакта с головкой крепежного изделия, что может привести к деформированию и сглаживанию граней головки крепежа. Профиль Torx – специализированный шестилучевой профиль для работы только с крепежом, болтами и винтами, имеющим головки соответствующего профиля. Мой любимый универсальный шестигранный профиль Superlock, который похож на обычный шестигранный и Torx. Головки с данным профилем подходят для работы как со стандартным метрическим, так и с дюймовым крепежом. Также этими головками можно работать с гайками и болтами, имеющими деформированные или сглаженные ребра и грани. Несмотря на универсальность, данные головки необходимо тщательно подбирать по размеру, в противном случае они могут лишь повредить крепежные изделия. Универсальные 12-гранные профили Spline. Головки могут иметь скругленные или прямые грани, чередующиеся друг с другом или расположенные в определенном порядке. Данные головки предназначены для использования совместно с 6- и 12-гранными крепежами метрического или дюймового стандарта. Некоторые головки позволяют работать с 3- и 4-гранным крепежом, а также с крепежом Torx. Независимо от типа профиля, головки делятся на две группы по глубине рабочей части. Стандартные глубиной 25-38 мм и удлиненные увеличенной высоты глубиной 50 мм и более. Если у вас возникли какие-либо вопросы, вы можете писать нам их в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, будет много чего интересного. Также не забывайте заходить в наш паблик ВКонтакте, Фейсбуке и в Инстаграме. Берги. Выбирай, бери, делай!